Доброго времени суток, друзья. Я сегодня хочу вам рассказать об удивительном удовом масле. Название необычное, и вообще это масло необычное. Очень редкое. Но попозже вы поймете, к чему это я все говорю. Итак, это масло в основном применяется в парфюмерии, друзья. Оно и в медицине. Это дорогостоящее масло, я сразу говорю. И в медицине, в тех странах, где она выращивается. Она произрастает в странах. Сейчас я вам покажу. Это дерево, это кора. И вот само дерево. Оно растет, это дерево. Его еще называют агаровое дерево. Произрастает в тропических лесах Восточной Азии. И вот там оно добывается очень в Арабских Эмиратах. Вы можете встретить в Китае. Сейчас этот сосуд я вам покажу. А вот изготавливают. Добывают ее очень, очень сложно добывают. Аромат — это мощнейший афродизиак. И там просто капля нужна, чтобы и он стойкий аромат. То есть в парфюмерии он применяется в основном для туалетной воды, для духов, для мужчин. То есть такой древесный, видите, само дерево древесное такое, но очень приятный запах. И мужчины, практически все мужчины очень любят этот запах. Вот это значит, он применяется в парфюмерии. Но я немного вас затрону про медицину. Если вы будете там в своих командировках или просто на отдыхе, и вам удастся увидеть удовое масло, и если вас располагает бюджет, то приобретите это масло. Оно вам хватит надолго и очень-очень полезно. У нас это сложно, но может через интернет, там это дорогостоящее, сразу говорю, очень дорогостоящее, там цена 2000, там сколько-то миллиграмм, ну, в общем, дорого. Но я к чему вот говорю, если вы будете там, то оно помогает вот при таких заболеваниях, значит. Запах — это эфирное масло удового дерева, ряд полезных свойств. Главный из них является противовоспалительное, расслабляющее, омолаживающее, антитоксичное, друзья, ранозаживляющее. Раньше лечили эти болезни, они до сих пор лечат, назначают доктора тех стран арабских, применение там у них это есть в народной медицине. И поэтому, вот, друзья, я даю такую информацию, если вы там будете, вот очень хорошее, но приобретите это маслом. И вот я хочу рассказать вам то, что даже сейчас доктора назначают, вот эти вот арабские врачи назначают этот древесный уд больным. Больным людям, значит, типа как окуривание, вот эта вот ароматерапия для такие вот ароматерапии делают очень полезные, обеззараживают комнату и действует очень мощно, друзья. И там нужно буквально совсем вот капля нужна там. Совершенно. Поэтому надолго вам хватит. И его добывают очень-очень трудный, трудоемкий процесс, который при помощи выпаривания занимает это очень большое, много времени. Поэтому он очень стойкий, этот сам запах. Вот я хотела показать, значит. Вот. Процесс, значит, вот дерево, видите, смола, и вот этот вот, это нужно смолой эту добыть, чтобы получить вот аромат. Это вот они их распиливают вот таким вот образом и добывают вот этот аромат вот этого масла. Поэтому я вам, друзья, рассказываю, что есть такое замечательное удовое дерево.
и для каких болезней оно вам будет необходимо. А так оно в основном применяется в парфюмерии, друзья. И очень-очень у нас оно продается. У нас это такая вода или духи. Вот в Индии очень хорошо используется. Если вы просто попадете, вот лечебный свойство, его называют еще и агаровым маслом. Используется в традиционной медицине. В общем, в Китае до сих пор целители и в арабском мире назначают при простудах, астме и кожных проблемах. Представляете? А так в основном она используется самых популярных парфюмерных ингредиентов. То есть добавляют вот эти всевозможные духи, там, воды. Значит, его еще называют королевским маслом или жидкое золото называют его, понимаете? Вот поэтому я хотела вам напомнить, друзья, если вы попадете куда-то вот в эти Арабские Эмираты или в Индию, то увидите вот удовое масло, даже не задумывайтесь, его приобретите. А там оно есть. Может, в каких-то в определенных в этих специализированных, извините, магазинах, но они есть. Добыть это, что называется, можно. Или приобретите в интернетах через сейчас можно все это, но это вот очень дорого будет стоить. Так что приобретайте. Даже можно аромат вот воды этой туалетной или духов приобрести. Вот в основном мужчины это любят. И просто приобретите, и когда вы этот запах, он очень стойкий, он держит долго-долго, и в помещении этот запах будет, и все равно он будет, вот как бы у вас, вот этот вот стойкий, его еще называют алоэным деревом. Драгоценные ароматные вот эти вот кусочки. Значит, у нас алоэ практически, что называется, от всех болезней кожных и так далее. И то же самое это масло. Так что если вы попадете в Индию и увидите вот эти масла, паку приобретайте. Так что, друзья, я немного рассказала об удаловом дереве. Если вам интересна информация, зайдите в интернет и поподробнее для себя этого изучите. Очень интересная информация. Кому она полезна, я очень буду рада. Если вы вот этот дар природы, очень хороший дар природы, приобретете и для себя прочитаете пользу для своего заболевания или вот этот просто аромат, чтобы у вас этот аромат присутствовал. Очень хорошее дерево, о нем много можно говорить. Другие такие тайные, что называется, вещи, которые вот в Библии, легенды Библии подтверждают, что арабы при помощи кусочка этого дерева исправляли вкус воды и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас внедряться вот в эти вот тонкости библейских арабских, в Арабских Эмиратах, там свои всякие вещи, которые они это употребляют и следят за этим. Все очень у них строго. Поэтому, друзья, я вам рассказала об удовом дереве, удовом масле, которое применяется в парфюмерии. Так что здоровья вам, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя. До новых встреч, друзья. Пока-пока.